Всем привет, народ. Ну, мы в аэропорту Шарджи снова. И смотрите, какая чудесная коробка нас встречает. Можно, знаете, как подраконить продавцов? Сейчас расскажу. Тут только что ребенок стоял, так их драконил. Ну что, мы снова вылетаем. Куда, догадываетесь сами. Теплая страна, теплый океан. Мы там уже были, вам эта страна понравилась. Так, ну что, мы находимся в дьютике. А ну-ка, давай сейчас Наташу покажу. Не Наташа надо, сонная. Раннее утро, 6 утра. Ну, такая красота здесь продается. Я сейчас хочу посмотреть, сколько этих. О, вот эти такие удобные тележечки. Ладно. Здесь. Положил все сумочки, тяжелый ноутбук особенно, кстати, и везешь себе. Смотри, какие смоки. Кстати, разные вкусы. Орео вот есть. О, чизкейк, я такого кстати, не ела. Стоит 23,68 долларов. Чизкейк. А вот это что такое? Триолат, я не знаю. А, я боюсь, что это тирамису. А, может быть. Боюсь, потому что я раз об тирамису поломала зуб в Таиланде. Даже можете не спрашивать. Strawberry cheesecake. Все закончено, смотри, картина закончена. А это хвост от коровки. О. Ну и что еще можем привезти из Эмиратов? Конечно, финики. Но, конечно, финики здесь стоят намного дороже, чем бы вы купили их в Day to Day и в других магазинах, про которые мы, кстати, рассказывали. Ну вот, купи один получи бесплатно, 9,90, ну почти 10 баксов. Не может, знаю, вкусные, невкусные. Уже можно попробовать. Уже кто-то пробовал финички, народ. О, прям руки сладенькие стали. Ну это, кстати, пальцы. Они свежие, это их надо есть. Это очень свежие финики. Да. Вот, кстати, когда-то я привозила вот такие 8 долларов, по-моему, 5 или 6 стоило. Когда вот я купила, чувствую, багаж прошел. Можно что-то еще докупить друзьям, родным. Я вот эти покупала. Ну, хорошие. Какие? Вот эти вот конкретно я. А, вот эти вот? Ну, это привозила. Такие более-менее. Я думала, вот эти нет. Ну, эти ну, как, отдирать, они, во-первых, нужно. Они, но всем, просто, они просто слипшиеся. Да, я думала, там сиропчик. На самом деле, просто слипшиеся финики. Ну, это они и дают свой сироп, оно как сироп. Вот, и еще что прикольно, это вот тоже очень красиво. 8 долларов такая коробочка. Финики с орехами. Ну, это, конечно, финиковый сироп. Он сладенький, вкусненький, ложечка в день. И здоровье будет вообще просто супер. Да, зашибись. И 1 килограмм, кстати, литр, прилично, 7 долларов, это хорошая цена. Все, пошли дальше. Мы все еще в финиках, и Наташа нашла вот неплохие. 400 грамм, 4,70. Какие 4,70? Это доллара 4,70. Ну да, 4,70 долларов. Так я же людям-то в доллары перевожу. Ну, зачем вам дирхам? Я поняла. Вот здесь вот, кстати, с орешками. Дерзите. Красивая картинка, 5 долларов. Вот еще такие, с другой стороны, еще цены такие по-божески. Вот это божеское сироп. Ты считаешь? Да. Duty free, да. Вот сироп, правда, 500 грамм. Типа, ну, стоил 19, а сейчас 4, это все трындешь, конечно. Ну вот. Такого, кстати, я не видела. Тяжелая баночка. Это хороший подарок. И вот это меня заинтересовала очень коробочка. Красивая коробочка какая. Это мечеть шейха Зайда, мы там были. 12 долларов. Вот, смотри, кстати, неплохие. Хорошие, видно, что большие и такие свеженькие. Ну, блин, свеженькие. Ну и вот вообще, смотрите, шикардос за 7 долларов, 6,93. Ну, кстати. Мягенькие, да, хорошие. Нет. Это вот хорошая такая стоечка. Видите, просто надо обойти одну стойку и зайти за поворот. И тогда чуть-чуть будет подешевле. Не знаю, как такую вообще можно засунуть. Сколько она стоит? Это же вкус этого. Пачечки. Я думаю, это жвачка такая. Представляете, я что вообще не то подумала. Ну, всякие такие вкусняшки, но эти вкусняшки уже стоят, конечно. Так, подороже. Что это у нас такое? Какие-то конфеты. Какие-то все время есть сейф, там есть и на алкоголь, и на всякие вкусняшки. Не знаю, что это, конфетки какие-то. На мочу похоже, чем на что-то непонятно. Почему надо искать? И счастье улыбнется. Кстати, очень много сигарет и очень какой-то недорогие. В лайме что-то орешек, что-то в лайме. Знаю. Может, пойдем похоже понюхаем миндалька. Что-то. Идем. Понюхаем, имеется в виду не снюс, конечно, а идем. Просто духи. Кстати, распродажа на Рождество. Вот одна такая штучка тебя заинтересовала. Какая, Наташа, покажу. Вот такая, стоит 69, то есть 19 долларов. Дорого. А это 78. А это 21 стоит, то есть 3 в одном. Thank you. Вот это такие мало. Есть прикольные распродажи. Ну, это как travel, но это... Ну, все удобно. Ну, нет, конечно, она дороже стоит, чем стоила большая. А так закинул и везешь. Удобно. А вот и новогодняя, можно сказать, стоечка с распродажами. Смотрите, странно, да? Давидов Cool Water 61 сейчас.
а стоила 276. Да, но никогда не стоила такие деньги, как мне кажется. Не знаю, шортик я уже сняла, не сняла про это. Ну вот, всегда есть распродажи, да, типа Кельвин там 78 долларов, а стоила 282. Да, ну, мне кажется, это просто люди зачеркнули и поприкалывались. Типа, сохраните 40%. 33 доллара стоило 223. Ну, серьезно? Сикей столько стоит? Ну, блин, не знаю, что там. А вот Барбари мне тут нравится, просто такая вот с этим, с барбареночком. Боже, я Гуччи Раш никогда не нюхала. Ну, давай, что за Гуччи Раш, давайте. Стоило 90, стоило 446 долларов, сейчас 93. Сколько долларов? Что ты сказала? Ну, а, подожди, может, это дирхама? Это не может быть. Это... Ой, я ж такая думаю, что это такое вообще? Ну, а у нас есть такой новый, да? Да, и White Line. 59 есть. Стоит, но не на распродажу. А, ну, давайте. Ну, сейчас. Это же было, это вообще, это классика. Так, о, а ну, покажи коробочку-то. Пластик. Коробочка, типа, я не знаю, как бы... Как кассета. Да, как кассета, как пенал, туда ручки положить, жвачки, резинки. Ой, бля. Наташа. Я бы тюкнулась, да? Да. Фу. Ну, какой-то непонятный, но пахнет не какашечками. Давайте еще цены посмотрим. Короче, обращайте внимание на доллары, а то я уже что-то накомментировала, и непонятно. Понятно, дирхамы зачеркнуты. А я же такая думаю, когда этот Давидов Coolwater стоил такие деньги? И сохраните 55 дирхам. Ну, где-то 15 долларов. Я, ну, смотри, не знаю. А как что, это? Закончилось? Тут вообще, нет, тут вообще ничего не может. Там закончилось. Нет, тут нету трубочки даже в середине. А это такой аромат, она ничего не нету. Это такой аромат, ты пахнешь натюрел, своим пахнешь. Это самый лучший аромат. Не, Used You, он вообще вот этот, иди сюда, Estée Lauder, он, это тоже классика, но он ой, чем-то цвета. Пахнет. Это вот этим все еще пахнет? Да. Нет. Ой, жесть какая. Так, 40 баксов стоит, ну, не знаю. Там что-то сохраните 119, где-то 30 долларов. Слушайте, у тебя пустая бутылка. А, вот, нет, это не пустая. Интересно. Ну, такие интересные, как обычно, ароматы показываем, рассказываем. Ну что, расскажи. Это ты надо не пробовать. Еще? Это нет. Не, не хочу я пробовать. Глядя на твое лицо, я пробовать не хочу уже. Я его подпишу. Это очень такое... Подпиши, понюхаем в самолете заодно. Скажи, что про Барбари Чоловічий, а ну, а, покажи. А вот цей Барбари Вікенд мне понравился. Ну, он такой цитрусовый. Сколько он стоит? А бог его знает. Ага, он тут, там кстати, на вот нет, а, на распродаже. Да, он мне, наверное, есть. Его показал. Уже мне где-то. Вот этот вот что-то привлек внимание. Барбари Блэк. Але цена? 140 за 90 миллилитров. Ты с ума сойти? А ну, покажи, ты снова пишешь, да, у тебя ручечка с собой, снова Наташа записывает ароматы. А, як його запам'ятати? Перенюхает и... Выберите что-то интересное. И то интересное. Это еще это с бумаги. А, кстати, блокер кстати, сам не платит. Сумочка вот как раз из той стороны. И снова она летит с нами. Как мы сказали, страусиная, но она оказалась чья, Наташ? Ну, коровка. Говяжья. Сумочка оказалась говяжья. А вот действительно здесь в уголке, да, вот в уголке всего дютика новые ароматы. Даже написано new. Но они не new, как что? Бутылочки уклюжие. А ты посмотри, что делают. Ни одной нету брызгалки, это как? И вот это вот, если честно, боже, мне так вот неприятно, вот это вот. Как для это меня называется? Это дешманское. Ой, это как велюр. Это как, ну да, велюр такой. А что это за прикол? Они поснимали специально, чтобы не брызгали чтобы за не такую брызгали? Цену? 290, да, как ты должен выбрать аромат себе? А здесь еще лучше, смотрите, 318 долларов. В принципе, они все пахнут... Что ну, это как? За такое? Виола. Сырок виола. Угу. Мне вот только нравится цвет вот этого. Да, даже так это дергает, и меня нормально. Могу гладить, могу не гладить. Пока мне ничего не нравится. Они необычные, но. Ничего такого, да? Ну, пока я не понимаю. А это повтор идет? Да, наверное. А нет, вот смотри. То есть они вообще одинаковые, как бы это Примадонна, а нет, это Бельканто. Ой, боже. Это Вибрато. Ух ты, какой-то персик, а ну, что по-моему. Такое взяла, покажи. Вот это. 331 доллар. О, боже, это Эрба Лезер. Это кожа. Эрба Пура есть. Это эта фирма. Там от нее Суспиро какое-то. С ума сходит. Да-да-да. У нее с ума сходит. Друзья, пишите в комментах, кто сходит с ума от этой фирмы, кто вообще ее знает. Какой-то фрукт. Такой яркий.
Но противный пока, если честно. Дай мне понюхать. Яркий и противный фрукт, ну дайте-ка я. Вот мне персик какой-то, я не могу понять. Груша, но это не груша. Гнилое что-то. А? Гнилое что-то, ну, нет? Ну вот уже, да, такое подходит? Вот такое обожжение вот. Началось. Да. Как холодильник, который мы, возможно, сегодня случайно выключили. Вот, когда уезжали. Рубанули весь свет. Ну, надеюсь, что наши друзья заедут и проверят. Потому что приехать, а холодильник у тебя весь уже протек, и мясо воняет, как-то ну не алло, да? Мэнс лауш, капец. На, это зона мужчины. Это мужчины такое обрызгивают. А, ну, все, мужчины, как вам сказать, удачи. Наталка несет кофе. Прекрасно. Это что у нас, латте капучино? Не, я латте взяла. А ты хочешь сладкий? Два латте, не-не, два латте. А. Все нормально. Я стою и думаю, меня ничего не радует. Ну, я не в том плане. Что-то есть радость, но духи я столько перенюхала, нету ничего такого, чтобы я... О, боже, какая да, красота, мы вам я показали хочу. Мало еще, мы очень я долго там стояли и нюхали, и что-то... Я перенюхала классику, Gucci, Rush вот эти, ну такие, вот. Потом, что там, не Alien, как он, Angel, во, Angel, и ничего. Потом эту Levi Belle, которая Лё. Ну, все надо любить. Императрицу даже понюхала. Ну, такое. Короче. Ой, сердечко. А меня радует. Он похож на персик или на попку даже уже. Ну, пока я донесла, и сердечко стало. Пишите, на что сердечко похоже. Кстати, цену озвучивать, нет? Цену, да, давай. Цена стоит 18 дирхам. 18. 5 долларов. Да. Ну там целое. То есть там как раз 36 дирхам, десятка долларов за два этих. Бутеры есть, печеньки, какие-то пироженки по 25, то есть, по 16. В принципе, я уже показала, еще фудкорт можно взять, и даже если ты без еды купить что-то. А чекай, мы в минулом уроке что-то брали в Кости или что-то другое было. Она я закрыта. Не помню. Ну тут было. Мак был, я не знаю. Ну вот, сейчас покажу. Мной, Макдональдс за мной. Что-то я не проснулась. Все окей. Ну да, мы рано встали в 4. В 2:40 мы встали, легли в 11, нифига не спали, конечно. Муажем набрызгали. Наташа все себя нюхает, а муаж вообще целую коллекцию пересмотрели. Crimson Rocks, да? Да, красный. Ну, ты знаешь, у них такое впечатление, что специи, еще больше специй, сухие, вареные, пареные. Вот такие же, цветочками. Ну, ну так что, у нас где-то 40 минут до начала посадки. Стризер летим мы Air Arabia, не Wizz Air, поэтому думаю, я надеюсь, взлетим вовремя. Вот подносик какой, шикарный подносик. Все, давай тогда. С собой. Наверное, уже в самолетике это включимся что-то. Бутерброд показывать не будем, мы постоянно один и тот же бутерброд показываем, который мы покупаем с собой. Уже не будем вас мучить. Да, хватит рекламы бесплатной, да. Ну, на трендела, я муж блогер, и вот бутербродик, вот он, такая булочка стоит 20 дирхам, 5 долларов. Вот так вот, сколько же примерно и кофе. Сколько тут булочка стоит? Не знаю, в Макдональдсе, без понятия. Сейчас Наташа вам расскажет, сколько там стоит булочка в Макдональдсе. Наташа пошла, разворачиваю булочку сейчас. Ну, просто лучше с собой взять. Мы уже этот бутерброд знаем, он вкусный, там, отбивнушечка. Мы уже показывали вам его 112 раз, наверное, и как мы вылетаем в Краково, в Вроцлав, в Дубае вообще. Постоянно мы этот бутерброд берем с собой. Ну вот, Наталья пришла уже, да. Нашего формата булочка стоит 26 дирхам. Ну, то есть мы сэкономили 12 дирхам, порядка... Практически одну. 4 доллара сэкономили, одно кофе бесплатно считаем. Ну и просто мы знаем, что здесь отбивнушка, и что она такая сытная. А что в Макдональдсе, ну, у нас видео уже было. А что в Макдональдсе? Ну, не, Лёни, фонтан живот болит иногда. Кстати, вот да, то и в Макдональдсе. Я это... А тем более перед дорогой куда-то его есть и пить, да ну нафиг, типа. Все, что я пробовала в Макдональдсе здесь, мне не нравится. Ну вот. Что-то он, не знаю. Это... Опять-таки, видео ставлю в описании, пишите свое четкое мнение. Ого. Это вот... А вот это отбивнушка куриная, это оно. Это, я скажу, очень даже вкусно. Согласна, Наталья? Опять рекламируем бескоштовно. Фаруш, ты нам должен, как земля колхоза. Что? Вкуснее, смачно. А еще? Да, смачно, вкуснее. Желаем людям тоже доброго утра, вечера, суток, когда они смотрят видео, и приятного аппетита. Уже в автобусике сели, едем на самолете, много интересных разношерстных людей, колбасы забитые, сейчас поедем. В каком типе там? В Визере, мы приехали и не улетели, поехали обратно. Визер? Нет, сейчас мы полетим. Сегодня эра рада. Who knows, как говорится. Ты кого снимаешь? Меня? Вот.
вот уже подъехали, и самое прикольное, вот тут двери не открывают. Открывают двери с первой двери, чтобы все пошли. Смотрите, какой трап прикольный, да. Не просто прямо, как вот тут вот трап, да? А такой трап прям вот идешь и снизу, и поднимаешься вверх. Скоро винтовой трап поставят, который, как мы в замках лазили, и на мостик ведьм. Ну все, уже выпускают, пошли уже. Все, идем. У нас места 8F. Наташа 8E. То есть мы сидим сейчас возле окна. Хотя я обычно люблю возле прохода, чтобы не беспокоить людей, когда в туалет надо, все такое. Вот, так что Наташа даже кажется, что она свой чемоданчик уже увидела, что его грузят, возможно. Ну вот такой трап. Кто за такой трап заходил? А ну, пишите. Ну и непременно тоже пишите комменты, ставьте лайки, нам же будет приятно. Так что загружаемся и уже, надеюсь, все будет хорошо. Кстати, вот хочу вам показать такой багаж. Заставили оставить. Интересно, что с ним сделают. Hello, morning. Welcome back, thank you. Thank you. Ну вот, уже дальше толпа, все кладут, загружают багажик. Дальше садятся и вылетают, я надеюсь. Кстати, это что, первый класс, да, написано резерв. Ну, так себе первый класс отличается от не первого. А, вот занавесочки, их потом завешивают. Это типа первый класс. И стоит, конечно же, дороже. Ну что, мы уже зашли, сели. Как раз подходим, на наших местах сидят две женщины. Ну, кенийская национальность, афроафриканская. Такие непонятные. Мы их пока пересаживали, пока проводники разбирались. Мы вот тупо мы сели, и мы будем здесь сидеть. А места у них вообще, ну, другой жопы мира. Люди очень здесь такие, простые. Я села, я буду сидеть. Нифига, у нас места возле окна. У меня по центру, так что будем сидеть здесь, правильно? Вы, кстати, как поступаете в таких случаях? Вы меняетесь, не меняетесь? Мы не меняемся. Вот возле окошка, вот сзади люди, вот. Много. Самолет забит, естественно, будет. Кстати, над нашими уже занят весь багаж. Мы положили чуть дальше наши сумки, что неудобно. Поэтому, в принципе, иногда надо первыми заходить. Не иногда, а вообще. Ну, вообще лучше, да. Первыми заходить и садиться первыми. Главное, что там лэптоп еще не придавили. Ну да, если вы можете себе позволить там супер-классы первыми, то, наверное, летайте. У вас туда и закинуть. А нет, будьте готовы, что толпа будет здоровая. Женщина решила там пересесть, там еще долго, кстати, не уходила, она на место возле окна села, говорит, нет. Пока ей проводник говорит, да, давай пересаживайся. Просто смотри, надо понимать, что там вот указано окошко, и первое место, которое идет возле окошка, например, окошко нарисовано A, например, сейчас здесь там A, а у нас F. Значит, возле окошка будет A, дальше среднее B, а у нас, ну, другие сокращения. То есть вот там все написано. Ну, надо, да, поэтому, ну, то, что они сели вдвоем, в принципе, было странно, потому что место 3, и тут видно было, что здесь пока не сидят. Ну, такие прекрасные люди, но ничего. Мы летим, все классно, мы с вами. Да, все будет хорошо. Вот, смотрите, еду раздают уже. Еда здесь включена, кстати, в этот. Кого в этот? Билет. Нет опции отрезать еду. Но только если у вас багаж, типа, только с собой, 7 килограмм. С собой, тогда еда не включена. А так у нас 20 килограмм. И... Ольга и Наталья. Зинджер. Мы взяли бутербродик зинджер, сейчас покажем. Какой бутерброд? Зинджер, чикен зинджер. Что за зинджер? С имбирем, что ли, взяла? Нет, спайси чикен зинджер. Матерь Божья. Я не хочу есть. Водичка все меньше и меньше. В прошлый раз было 350. А это сколько? Это 200, наверное. 200? 200, да, 200 миллилитров. Оу. Не выше. Ну, хотя бы какая-то водичка лучше, чем ничего. Чтоб не отпытись. Давай, сейчас я буду пробовать зинджер. Сейчас Наташа отдам ее зинджер. В прошлый раз мы показывали, у меня была курочка Тика, острова, там мне не понравилось, честно. А мне тогда понравилось, у меня было с манкой, да, посыпано. Да. О, дитё включи. Боже, а ты голодная? Я не голодная, я не буду есть. Но пока еще. Так. Как было не
подпихнуть его с той стороны. А с этой стороны открывается. Попроси свою это, соседку. Соседку, которая хотела на нашем месте сидеть, помню. Ага. Выезжает. И получила бы бутерброд вместо нас. Выезжает. Вот он. Бутерброд. Ага. Ну такой, знаете, если он входит в билет, даже не нужно доплачивать. Если входит там рис, бириани какой-то там. Но рис бириани стоит 25 дирхам. Я сейчас посмотрела цены. Одна порция. Ну, здоровая, но все равно. Ну, шо? Острая? Остренькая. Жареная курочка. Ну, неплохо такая. Котлетенька, да? А шо еще там есть? Булка и курица, и все? Булка, курица и какой-то соус. Как говорится, бесплатно и... Ну, что ж бесплатно? Мы же не могли от этого отказаться. Здесь же оно бесплатно. Оно включено. Он, эта баба летит, она и без этого, без еды. Еще и баба включена, которая... Еще и баба, сидела. Это вообще капец. Оля ее попросила встать, она сидит. Я прошу встать, чтобы положить мой рюкзак, она сидит, как что-то такое. Да, она переступила. Мужчина вот этот, который... Уже все нормально. Мужчина вот этот, который вон сидит, он начал ей объяснять, что вы должны это... Она сидит, типа фыркнула на него. Бабьем. Ну, это капец, короче. Что ж делать? Есть такие люди, но это... Не факт, что это исполнит настроение. Мы идем в Кению, в Найроби. Вы, наверное, уже поставили комменты, догадались, когда мы летим. Пролетели основную ее часть, а это солнечные батареи в пустыне.